Приветствую всех на канале. Сегодня небольшой ролик о выборке четверти. Четверть по-простому это удаление лишнего материала с краю заготовки. В основном применяется в коробках окон и дверей. Туда мы потом вставляем оконную раму, либо идет дверь. Обычно это делают фрезером, но, по-моему, это лишний расход материала. Очень много уходит на стружку, которую потом некуда девать. Я это делаю на циркулярной пиле. После у нас получается и четверть, и остаются ровные калиброванные рейки, которые нам пригодятся в дальнейших изделиях. Здесь у меня уже выструганный и отрейсмусованный материал, подготовленный для коробок. Это будет коробка для окна. А это будет коробка для двери. Сейчас нам необходимо выпилить по ширине. Я это также буду делать на циркулярной пиле. То есть откалибровать ширину. Для этого пройдем все заготовки сначала с одной части. Здесь буквально миллиметра 3-4. То есть выровняем одну часть в ноль. А затем выставим размер, который нам необходим. И уже откалибруем полностью. Одну часть мы обрезали, теперь будем калибровать по ширине. Мне нужны заготовки шириной 120 мм. Я выставил 121, 1 мм будет запас. Впереди немаловажный нюанс. Бруски, которые будут располагаться по ширине, верхний и нижний, нам необходимо сразу выпилить в размер. Теперь настраиваем нашу пилу, выставляем глубину пропила. У меня четверть будет 20 на 40 мм, то есть глубина 40. И здесь по наружному краю пильного диска 20. В верхних брусках будем выбирать сразу четверть необходимую здесь и по торцам. Перенастраиваем нашу циркулярку. Теперь здесь у нас 20, чуть меньше, чтобы не было лишнего пропила. А здесь 40 мм по наружному краю диска. У нас получилось идеальная четверть и калиброванные рейки. Я их буду применять в дальнейшей работе. Я обычно делаю в них табуретки, ну и во многом другом они пригождают. Теперь осталось выпилить в размер вертикальные бруски, собрать коробку. Ну вот, четверть выбрана, коробка готова, еще и осталась куча хороших деревяшек, которые обязательно пойдут в дело. На канале уже есть ролик, как заработать на отходах, ссылочку оставлю в описании. Смотрите, комментируйте, оценивайте, обязательно подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях.